Увеличенный тяжелый магазин первого уровня. Ладно. Прости меня, морозная свежесть. Там написано хаос и переписка морозная свежесть. Типа костюм. Здесь тяжелые боеприпасы. Появился новый лидер по убийствам. О. Берегитесь. Так. Заставить тебе, да, по то, что чутка? Да, было бы прекрасно. Здесь тяжелые боеприпасы. Так, раз, раз. Больше не ладно. Да. Да, 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 да. Это Кавказ. Это Кавказ. Опа. Ну, блядь. Теперь думай, блядь. Хули тут думать, надо брать. Я просто нашел Эрстар. У меня начинается истерия. Я тебе там потрошки отметил. Спасибо. Короче, у меня Эльстар и Спитфайр. Я доволен, как слон. Ты поэтому нигде патроны не берешь, да? Здесь энергетические боеприпасы. Ну, это не нормально. Не хотите ходить и тяжело, я сам тогда заберу. Развлекайтесь. Так, это у нас что? Какая-то хуйня. Это... Па-па-па-па-па. Ой. Это не мой Эльстар. Ага. Это не твой Эльстар? Тебе подкинули, да? Опять какую-то галиматью. Да. Все ясно. Фасулька что-то там кидает. Да, что-то да, летует. Дневные письма пишет любви. Короче, блять. У соседа. Не знаю, я... Так и не успел выговориться. Но. По поводу райдеров. Но. Короче, как я узнал, то что они изменили боевую систему ближнего боя, я понял, что все, я не зайду в эту игру. Никогда, блять. Так они снова изменили? Я так понимаю, ты, видимо, даже не совсем в курсе, что конкретно. Ну, да. Они сделали захват нелетальным. То есть, когда ты делаешь захват, ты просто берешь противника и кидаешь в сторону куда-то далеко. Зачем? Он бьется об что-нибудь и получает дамаг. Правда, очень маленький. Я не знаю. Я вообще не понимаю, нахуя они это сделали. И, а собственно, что они думали вообще? Всю фишку, весь вот этот кайф, все, риск. Да, и... да. Они просто взяли нахуй и вот эту вот хуйню сделали. Да. Я просто уже до этого удалил игру, вот. Но у меня были надежды, что когда-нибудь я еще, может быть, ее запущу. Так, а делать нехуй. Но просто вот после этого я охуел. Тебе нужны щиты? Да не, у меня их полно. Пора но бежать. Если только большие. Побежали, потом разберемся. Да. Короче, это полный пиздец. Как я и говорил, если они сильно изменят механику... Давай здесь, наверное. Ой, блядь, что-то я все поломал. Ты там бежишь, да? Да. То я не буду играть в это. Ну, в итоге... Я не ожидал такого, и... Но это произошло. Они конкретно очень сильно... По-моему, они изменили вообще все, что можно было. Тогда, ну, это... в общем, игра действительно перестала быть собой, блять, превратилась в какую-то хуйню. Да. Я еще на какие-то вещи закрывал глаза, на какие-то вещи я понимал, пойдем зачем они это сюда делают. Может, здесь найдется что-то интересное. Может, здесь найдется что-то интересное. Может, они что? А, не, пойдем пешком, я думаю, пизду. Пойдем пешком.
Да. Ну, я говорю, какие-то изменения я на какие-то, ну, закрывал глаза, где-то понимал, зачем это делается. Вот. И был там чем-то солидарен, скажем так, но... Но они перегнули, блядь, за все, что могут. Да. Здесь аккумулятор щита. Задарит? О. Тут уже кто-то был. Какой-то пес. Так, у меня Феникс есть, если что. А, есть, да? Сейчас, секунду. Нанос. Хорошо. Хорошо. Что-нибудь. Здесь ячейка щита. Значит, мне сейчас не сильно удобно. Есть предложения какие-то или мысли? Ну, прям сейчас я не могу. Настюха умеет выбрать момент. Так. Здесь тяжелые боеприпасы. Здесь шприц. Я вернулся. Отключился от систем дрона. Здесь корпусный щит. Второго уровня. Здесь неважно. Здесь тяжелые боеприпасы. 60 секунд до сужения кольца. Нужно спешить. О. До кольца путь не близкий. Короче, игра была уникальной, блядь, а теперь она стала похожей, как на все остальные. Да. И вот, собственно, я смотрел тот видос этого Хисаски, блядь, и... Мне так было, блин, грустно, потому что, ну, прям рассказывал, что, блядь, типа, настолько любимая игра, что он тоже там на многое закрывал глаза, там, и все такое. Ну, типа, ему очень сложно судить труд других людей, но, говорит, все равно хочется выговориться, как бы, и объяснил то, что... Что многие вещи, которые они сделали, довольно спорные, и игра сильно трансформировалась непонятно во что. Отзываю свой дрон. Может, здесь найдется что-то интересное. Так. Посмотрите на небо. К нам летят припасы. А там субтитры были или просто ты так на английском кумекал? Я включал и субтитры, и его, короче, слушал. Субтитры так, на английском там... были? Да, но они были эти, автоматические. Поэтому там могли быть неточности, поэтому приходилось слушаться. Но он вроде, благо, не сильно шустро болтал.
Отхилься пока что. Я в порядке. Просто подлечусь. Не походу своего поднял там перец и сильнули. Дайте секунду, приведу себя в порядок. Осталось 60 секунд. Кольцо совсем рядом. Дима? Угу. Кольцо в непосредственной близости. Осталось меньше минуты. Так, спешим. Нам нужно наверх успеть. На самый верх. Забей, забей, нам надо наверх. Сейчас нас закидают гранатами всем на свете, блин. Так. Два отряда всего осталось. Если будешь их видеть, маяч. Это, что-то я вообще не вижу. Ни одной. А, точно, у тебя же беспилотник. В натуре. Отключаюсь от дрона. Готов продолжать. Сейчас они его сломают. Прикройте. Так, ну это один отряд, а второй куда делся? Перезаряжаю. Они с двух сторон нас щемят. Угу. Он походу один остался. А, не, их двое. Мне надо подзарядить щиты. Одна минута. Подождите, заряжу щиты. Они начинают убегать с другой стороны, походу. Так. У нас 45 секунд. Почти. Я могу просто кинуть куда-нибудь. А, тут и не получится просто. Очень жаль. Мы недалеко от кольца. Приготовьтесь. Осталось 30 секунд. Так, ну они, в общем, на той стороне. Уже походу. Все. Уже походу все. Нам надо потянуть до конца и подождать, когда они устроят замес. Во, погнали. Блядь, почти уронил. Где? Ага. Сюда, быстрее. Отключаюсь от дрона. Сзади. Продолжай. Сзади тебя, сзади. Ага. Но они какие-то жесткие были. Команда молодцы.